В России проводится 6-й по счету мото-ралли Cup. Соревнование любительское, в котором участвуют и профессиональные спортсмены, чтобы потренироваться перед марафонами «Шелковый путь» и «Дакар». Мото-ралли Кап – это любительский кубок по ралли-рейдам для участников, которые могут выступать на мотоциклах. Там есть еще 3 класса на квадроциклах, еще дополнительно 2 класса на багги, тоже 2 класса, и на любых абсолютно внедорожниках. Это может быть УАЗик, это может быть Геленваген, это может быть любой практически паркетник. И у нас даже регулярно выступает грузовик «Шишига» с колесной формулой 4х4. Всего календарь чемпионата в этом году насчитывает 5 этапов, 2 из которых уже позади. Обычно один этап занимает 2,5 дня. При этом правила соревнования такие же, как и в мировой практике. Те же самые судейские щиты, те же самые принципы работы судейских постов. Абсолютно все то же самое. Только могут принимать участие любители, а невысокие стартовые взносы. Практически каждый может принять участие, поэтому... Соревнуясь на одной трассе с профессионалами, новички из разных регионов России знакомятся с трассами, учатся работать с дорожной книгой и обмениваются опытом в палаточном лагере. В этом году появились дополнительные участники, много новичков, и новички очень активно стали наступать, что называется, на пятки лидерам, чтобы те не расслаблялись. А те, кто приезжает первый раз, довольно быстро вливаются в нашу команду. Следующий, 3-й этап мото-ралли Кап стартует 5 июля в Тверской области. Гонка начнется на центральной площади Андреаполя, а далее участников ждет непростой двухдневный маршрут.